Добрый день, дорогие друзья. Это видео будет называться «Утренний Барнаул». Такой наш утренний Барнаул. Это у нас улица Малахова, пересечением с улицы Титова. ДК у нас вот такое здесь есть перед вами. Да, кстати, снимаю специальные тени, потому что у нас уже 25 градусов. Время еще только утро. Сегодня выдастся хорошая погода. Ну, как видите, машин немного. Город опустел, потому что все либо на даче, либо на отдыхе, либо в горные многие уезжают сейчас, пока есть возможность. Пока есть такая возможность. Ну или просто отдыхают на природе. Вот даже видите, в трамваях 2, 4, 6, 8, 10, 12 человек всего лишь едет. 13-й кондуктор. Нажми на тормоза. Сегодня тем более выходной день. Вот будет такой обзор о утреннем Барнауле. Кстати, сейчас проходим мы вот здесь у нас Барнаульский базовый медицинский колледж. Готовит специалистов в области здравоохранения. А вот там вдали увидите, высотки стоят, построили. Сейчас подойдем, посмотрите. Вот такой наш утренний Барнаул. Вот там вдали, может быть, видите, высотка стоит. Сейчас поближе подойдем, посмотрите. Коттедж вот такой недостроенный, большой, конечно. Может быть, как административное здание строилось, но пока не достроено. Там вот вдали видны эти высотки. Как по нашим меркам. Практически дошли мы до улицы Эмили Алексеевой, Малахова, пересечения. И там тоже 12-этажный, по-моему, построено. 12 этажей, по-моему. А здесь старые пятиэтажки. Там вдали высотки эти.